Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о бальзамах. Вы знаете, я совсем на днях делала заказ и заказывала бальзамы. Я заказала вот такой вот бальзам Живакост, это классическая форма. Новый Живакост заказала. Живакост Форта, и заказала вот такой вот бальзам Актив. И еще, значит, пришел мне бальзамчик, бальзам Форта расслабляющий. Вы знаете, заказала вот эти вот два новых бальзама для того, чтобы их попробовать и посмотреть, как они работают, как они действуют. И, как видите, я их уже использую. Вот я один бальзам использую и второй бальзам использую. И сегодня я вам сначала проведу общий обзор бальзамов, то есть то, что есть в компании Siberian Wellness, какие бальзамчики она выпускает. А потом уже в следующих видео я вам расскажу о каждом бальзаме в отдельности, потому что каждый бальзам, он достоин особого внимания. И о нем можно, о каждом бальзаме можно рассказывать много, о его свойствах, о его действии. Вы знаете, вот еще у меня здесь вот бальзамчик «Корень» есть. Еще у меня здесь вот бальзамчик, вы знаете, это бывший секрет лекаря. Компания выпускает, скажем так, она поменяла не только название, и она меняет название продуктов и, как бы это сказать, она меняет упаковки, названия. Но и в то же время улучшает составы. Составы становятся сильнее, и они лучше работают. Вот. Поэтому вот бальзамов много. Бальзамов много, и мы практически всеми этими бальзамами пользуемся. И я вам расскажу о каждом бальзаме в отдельности. Давно хотела это сделать, я это сделаю. Так, и сейчас я перехожу на сайт, и мы с вами посмотрим, сколько этих бальзамов в компании. Так, я перехожу в другой браузер, у меня уже здесь все открыто. Значит, я сейчас нахожусь на официальном сайте компании, я нахожусь на своей страничке. Так, и вот здесь у нас интернет-магазин. Я захожу в раздел «Здоровье». Так, вот видите, здесь бальзамы. Я вот сюда вот кликаю мышкой. Так, и попадаем мы с вами в раздел, в каталог бальзамов. Вот смотрите, сколько их здесь. Сколько их здесь. Здесь их много. Я обязательно здесь под этим видео размещу ссылочку на вот общий каталог бальзамов. Так, и вы потом сможете зайти и посмотреть каждый бальзам в отдельности. Каждый бальзам в отдельности. Но я еще скажу сейчас несколько слов об этих бальзамах, кто, что, о чем, совсем коротенько. И потом мы с вами перейдем уже в отдельности к каждому бальзаму. Ну вот, Живакост Форта, восстанавливающий бальзам. Чем он так хорош? Вот здесь вот он у меня есть, я его уже использую. Вы знаете, он сильнее, чем простой живокост, классическая формула, чем он сильнее. Во-первых, его лучше всего его мазать на ночь. Он очень хорошо греет, но не сжигает. У него уникальный состав.
уникальный состав. Там и витамины, и эфирные масла, и экстракты трав, хондроитин, глюкозамин. То есть там все необходимое для того, чтобы разогнать, ну, скажем, те же самые соли. Ну, у каждого есть проблема с суставами, у кого-то локти болят, у кого-то коленки болят, у кого-то и шея болит, а от шеи голова болит. И у нас на основании черепа тоже также откладываются соли, есть такое. Вот, и когда меняется погода, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, вот все, скажем так, ломит, болит, побаливает, и от этого болит голова, и даже порой поднимается давление. Вот, и вот этим вот бальзамчиком очень хорошо натираться на ночь, помылись, растерлись, использовать его надо совсем немного. Вот, и ложиться спать. Он будет очень хорошо и долго греть. Дальше, корень. Это совсем другая история, совершенно. Его можно, скажем, это, скажем так, очень уникальный продукт, очень уникальный бальзам, очень широкого спектра действий. Мы о нем тоже будем говорить в отдельности. Натуральный бальзам для тела «Гибкий лук». Он, скажем так, попроще, чем «Живокост Форте». Ну, это у нас классическая форма живокоста. Тонизирующий крем для ног. Это вот бывший лед. Бывший лед. Так, посмотрим. Сейчас ничего я не путаю. Так, нет. Вроде ничего не путаю. Да, тонизирующий крем для ног. Это вот как раз бальзам лед. Ну вот заодно и посмотрим, как и что. Но опять же, я говорю, что упаковки меняются, составы немножечко изменяются, но составы изменяются в лучшую сторону. Флоросептик тоже отдельная история. Тоже широкого спектра действия. Он не только флоросептик, он и от ожогов помогает, и при ангине помогает. Эльбешен — это новая форма флоросептика. Пихтовый бальзам для растираний. Вы знаете, очень нежный бальзам. Когда-то давно я его покупала. Но опять же, не скрою, у меня есть любимые продукты, которыми я пользуюсь. Тут вот, как говорится, целая линейка здесь у меня стоит передо мной. Вот. Но ради интереса я покупала его и смотрела, как работает этот бальзамчик. Вы знаете, бальзам очень нежный. Я не могу вам его показать, потому что я его не покупаю. Я предпочитаю, извините, звездочку. Вот, но... Что хочу сказать? Чем он хорош? Этот бальзамчик очень нежный. Он очень нежный. И вы знаете, им очень хорошо растирать деток. Вот. Это как раз для тех людей, которые не переваривают звездочку. Вот. Звездочка, доктор Мом, там вот это вот все. Кстати сказать, вот этот пихтовый бальзамчик, он будет очень хорошо сочетаться с бальзамом корень. И мы об этом тоже поговорим в отдельности. Кстати, вот про пихтовый бальзам, почему я так говорю? Потому что у меня мамочка, ну, моя клиентка заказывала этот бальзам специально для ребенка. Вот, и вы знаете, очень хорошо подходит для детей. Очень нежный, очень мягкий. Вот, так, поехали дальше. Бальзам Форте для шеи расслабляющий. Вот он у меня здесь есть. Тоже отдельная история, тоже уникальный продукт. Они все уникальные. Восстанавливающий бальзам. Восстанавливающий бальзам — это у нас... Это новая упаковка «Секрета лекаря». И вот смотрите, у нас тут еще один восстанавливающий бальзам. Его сейчас вот нет в наличии, потому что упаковку поменяли. И он теперь выглядит вот так. У меня это бальзам номер 5. Вот, а это вот он в новой упаковочке так вот выглядит.
Бальзам для тела Актив. Тоже шикарнейший бальзам. Пробовали. Тоже отдельный рассказ. Ну, бальзам корень, я уже говорила о нем. Так, и значит, дегтярный бальзам для тела. Так, бальзам Форта, расслабляющий номер 9. Это у нас как раз, ой, извиняюсь, это бывший вот этот бальзамчик. Опять же, в новой упаковке. Но вот дегтярный бальзам для тела, он только недавно появился, и я его еще не пробовала. Ничего сказать о нем не могу. То есть, вот у меня сейчас в наличии есть практически все бальзамы. Вот, и мы о них, я вам о них уже подробнее расскажу. Значит, это видео я заканчиваю. Здесь под этим видео, что вы сможете найти? Ссылку на регистрацию. Для того, чтобы покупать эти продукты, вам нужно оформить регистрацию. Здесь под этим видео вы ее найдете, ссылочку. Оформите регистрацию. Также здесь у меня находятся мои помощники, боты. Бот Федор и бот Ольга. Бот Федор, он вам поможет оформить регистрацию и даст необходимые инструкции. Как пользоваться сайтом, как попасть на вебинары, как сделать заказ, чтобы не путаться, все это он вам даст. А бот Ольга очень подробно вам проведет экскурсию по сайту компании, расскажет, что это за компания, из чего она производит свои продукты, про производство, про научный центр, который разрабатывает все эти продукты. То есть мои помощники вам расскажут и покажут все в подробностях. Ну и также вы найдете здесь ссылочку вот на эту вот страничку. А я это видео заканчиваю, завершаю и смотрите следующее.